попала в слепую зону. В Сургуте иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу на проспекте Ленина около бизнес-центра. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ГИБДД около половины шестого вечера 23 марта. Авто двигалось в крайнем правом ряду. Поток остановился, чтобы пропустить пешеходов. Когда один из них перешел улицу, машина тронулась с места и наехала на женщину. Она, вероятно, оказалась в слепой зоне у водителя. Либо же мужчина отвлекся от контроля за ситуацией на проезжей части. Пострадавшая отлетела на дорогу, но после удара встала на ноги. На место вызвали скорую помощь и полицию. Медики осмотрели сургутянку и предложили пройти более детальный осмотр в больнице. Степень повреждений установят врачи травматологического центра. По факту ДТП ведется расследование.